Итак, всем привет! В этом ролике мы с вами поговорим, можно ли обновить Parallels, вышло обновление для Parallels Desktop, можно ли обновить на Intel Mac'ах и на Mac'ах Apple Silicon. Поехали! Чтобы обновить Parallels, первое, что нам нужно сделать, это включить VPN. Включаем VPN. Далее запускаем нашу параллельку. Где она у нас? Вот она. Вот наша параллелька. Версия 18.02. Нажимаем «Проверить наличие обновлений». Доступна новая версия 18.03. То есть версия 18.03 исправила ошибки стабильности и производительности. Мы нажимаем с вами «Скачать обновление». И немножечко подождем. Нажимаем «Установить сейчас». Параллелька закрылась и сейчас установит обновление. Просто ожидаем. Идет проверка. Если один раз настроили параллельку и она попросила обновление, все те шаги, про которые я говорил, делать не нужно. Ну, настройки безопасности. Если вы уже один раз сделали, то уже все. Оно будет работать. И снова здравствуйте. Мне очень приятно. Закрываем. Дальше открываем папку. Зажимаем Ctrl, проверим, чтобы она была от терминала, этот файл. Нажимаем Ctrl, вводим пароль. Все, закрываем. А теперь открываем нашу параллельку. Это мы прикроем. Мы просто обновились. Сериал про параллель продолжается. Подписываемся на канал. Комментарий, лайк, подписка. Увидимся в новых роликах. Всем пока.